Сколько видов животных, растений, грибов и микроорганизмов существует вместе с нами на Земле? Вопрос кажется простым, однако точного ответа на него нет. И Робинзон Тиви решил поинтересоваться у харьковчан, знают ли они, сколько видов жизни существует на Земле. Ну, форм життя, мабуть, декілька мільйонів, а тварин близько 3500, по-моему, видів тварин. Приблизительно 3000 животных без рыб, ну, думаю, с рыбами и со всеми остальными формами жизни, такие как растения, растения же тоже живые, как бы, формы. Приблизительно парочку миллионов, думаю, будет. Согласно индийской мифологии, так три? Или, да. Или сколько там их? Бог его знает. Даже не подскажу вам. Ладно, спасибо большое. Так, ну записывайте. Ну, за миллион точно будет, по видам точно за миллион. И миллиона еще, наверное, 10, которых никто не знает. Ну, в таком районе. Тысячи. Да. Вы тоже так думаете? Ну, да. Где-то так. Ну, может, даже больше. Это вопрос слишком тяжелый. Начиная от водорослей, кончая человеком. Это же разные вещи. Не да. Но это правильно. Но сколько это, я представления не имею, даже приблизительно не могу. Видов жизни? Да, ну там животное, растение такое. Животное, растительный мир, люди. Видов жизни? Да. Да, миллионы, наверное. Ну вот, липа, ель, клен, ну все что угодно, волк, тигр, лисица, заяц, все да, что. Да, спасибо вам большое. Видов жизни? Да, всего. Одновременно? Да. В смысле, живых организмов? Да, да. Несколько триллионов. Я поддерживаю своего друга. Вы сколько говорите? Миллиарды. Бесконечное количество. Такое бывает? Бывает. Еще ж много неизведанных, поэтому, может быть, и... Ну, в принципе, да, наверное, она права. В смысле, видов жизни? Да, всего видов жизни на Земле. Биологическое, энергетическое. Ну, может быть, еще какая-то. Ну, где-то 3-4. Видов? Да, сотни тысяч, я уверена, что более. Как минимум, сколько видов бактерий, там, не знаю, всего...